Всем привет! Сегодня мы поговорим о реальной цене монеты 1 копейка 1994 года. Это редкая монета Украины, чеканилась ограниченным тиражом на Луганском станкостроительном заводе. Монету можно было найти в годовых наборах НБУ 1996 года. В обиходе она не встречалась. В годовой набор входила разновидность 1БВ из немагнитной стали. Это единственная разновидность этой монеты, которую чеканили официально. Нумизматы предполагают, что тираж был не более 300 штук. В каталоге описаны другие разновидности, происхождение которых неизвестно. Такие монеты чеканили специально для заработка на нумизматах. В обиходе они не встречались. На реверсе копейки размещена надпись «1 копейка». На аверсе изображен государственный герб «Трезубец», надпись «Украина» и дата 1994. По каталогу стоимость наборной копейки 1994 года – $150-$200. В 2019 году копейку 1994 года выставляли на продажу и за нее предлагали 4500 гривен, но монету так и не купили. На аукционе «Виолити» продают копейку 1994 года из серебра, немагнитной стали, алюминия и меди стоимостью от 3 до 4 тысяч гривен. Также на аукционах можно купить копию этой монеты. Ее стоимость от 50 до 100 гривен.